Всем привет! Продолжаем рисовать разные знаки. Сегодня мы нарисуем знак СОС. Я буду его рисовать с таким звоночком, и внизу будет написано три буквы S-O-C. И тоже S, не C. Так, давайте приступим. Я буду рассказывать, что этот знак значит. Так, для начала мы нарисуем вот такой вот. Давайте. Колокольчик, он будет вот такой вот. Да? Вот колокольчик у нас. Можно сделать его даже пошире, если хотите, так побольше. Вот так. Снизу у нас будет еще вот тут такая штучка, которая у нас звенит. И здесь как будто вот тут расходится звук. Вот так вот сейчас нарисую. Этот колокольчик звенит и говорит то, что что-то произошло не то. Вообще СОС, вот сейчас я вам напишу слово, о, не здесь, где-то вот тут прям вот, колокольчиком пускай будет. СОС, сейчас сделаем букву побольше. Вообще СОС, это обозначение применялось раньше в мореплавание и означало, если по-английски, это save our ship, то есть спасите наш корабль. Потом начали переводить его как save our soul, спасите наши души. Ну, это обозначение, этот знак дает знать другим людям, что что-то произошло не то и надо им скорее помочь. Отлично, давайте сейчас я вот обведу наш колокольчик. И вот так вот. И вот сюда. Так, это можно будет обвести красным. И букву, наверное, сразу обведем красным. И колокольчик у нас будет красного цвета. Так, какой же мне красный выбрать? У меня есть красно-оранжевый. Давайте, можно оранжевым вот таким вот сделать. Красный мелок просто закончился уже. Да, это обозначение можно написать вот эти буквы на песке, сделать костер в виде трех букв. И если кто-то пролетает и увидит, то он, скорее всего, вам поможет. Вот так обведем, смотрите как. И вот такие. Звенит. А, так, я могу это вот так, наверное, стереть немножко. И смотрите сейчас, что сделаю. Чтобы не такие четкие не были. И возьму сейчас мелком, просто их обведу. Вот так вот красиво, смотрите. В последнем видео у меня кто-то спросил, я левша или правша. Я, наверное, больше правша, потому что я пишу правой рукой, но все остальные дела, вот даже рисую, закрашиваю, там держу ложку, я делаю левой рукой. Ну, не знаю, может 50 на 50 даже. Вот. Хорошо, вот такой у нас получился знак СОС, то есть спасите. Всем спасибо, ждите новые интересные рисунки. Пока-пока.